Хорошо. Почему? Нехорошо. Это правда. Ты на самом деле этого хочешь? Это не может быть правдой. Это твой сон. Не искушай меня. Ты спишь и видишь то, о чем мечтаешь. А мечтаешь ты обо мне. Где Хасеми? Что ты с ним сделал? Почему он исчез? Я не трогал Хасеми. Но он был в спальне, а я пошла на кухню. Ласаро заболел. Я же помню. Целуй меня. Хасеми! Ты что, Мора? Ничего, неприятный сон. Точно? Моя просьба ерунда по сравнению с твоим требованием выдать Сегунда. Он тебе так нужен? Мне незачем с тобой договариваться, Мария. Его все равно найдет полиция. Когда? В следующем веке? Нет, Ниньо. Полиция его не найдет. Сегунда уедет из страны и будет спокойно жить за границей. Так что соглашайся, пока я не передумала. Довериться тебе? Это что, неудачная шутка? Ты пришла надо мной посмеяться? Спятил. Я не способна причинить тебе вред. Я не позволю Сегунду убить тебя. Для этого я тебя слишком люблю. Ты закончила? Ты не можешь ничего требовать. Ты сдашь мне Сегунду, а потом я подумаю, стоит ли с тобой договариваться, поняла? А если ты обманешь? Доверься мне. Поверь, это надежнее, чем довериться тебе. Единственное, чего я хочу, это избежать унижения с разводом. По крайней мере, пока не родится ребенок. Говори, где этот выродок. Остальное обсудим потом. Я не знаю. Он должен позвонить завтра. Я тебе поверю, Ниньо. Когда Сегунда появится, он скажет, где я должна оставить машину и деньги. Ты найдешь машину? Еще бы. Дай знать, когда он объявится. Обязательно. А сейчас уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Проваливай. Единственная идиотка здесь я. У всех любовники. У любовника любовник, у твоего любовника любовник, а я? Зачем ты это говоришь? Потому что я знаю, что Хану любит тебя. Еще я знаю, что ты его не любишь. Сейчас ты с ним, но ты его не любишь. Я обязана перед тобой отчитываться? Конечно, не обязана. Но если ты его не любишь, почему не отойдешь в сторону? Я его люблю. Я столько ждала, чтобы стать его женой, чтобы он смотрел на меня, как он смотрит на тебя. Я 15 лет была тенью мужчины, который любит другую. Извини, дорогуша, но, может, ты и была 15 лет тенью Хану, но мою сестру он не смог выкинуть из головы за 27. Первенство за ней. Альба, я сама могу за себя постоять. Что ты сделала со своей жизнью? Это твое дело. И мои отношения с Ханой тебя не касаются. Хочешь поплакаться, отправляйся к нему. А меня оставь в покое. Спокойной ночи. Надеюсь, тебя не расстроила эта дамочка со своими претензиями. Нет. Ты отказываешься от виски? Да, папа. Ладно, выпей. Не хочу. Убери. Интересно, сколько ты продержишься. Давай, покажи силу воли. Кстати, ты разобрался с квартирой? Знаю, что не разобрался. Это начинает мне действовать на нервы, Анхель. Ясно? Я хочу, чтобы ты все убрал и выбросил кровать. Я больше не желаю ее видеть. И еще. Сегодня же отправь на свалку эту кошмарную лампу. Она меня бесит.
Ладно. Сегодня, слышишь, ты понял? Понял. Сделай это. Или пеняй на себя. Я все сделаю, только скажи одну вещь. Кого ты там устроишь? Кого привезешь? Какую ампару? Оригинал или копию? Во-первых, не твое дело. Во-вторых, в мире есть только одна ампару. И она сейчас звонит, любовь моя. Ампаро. Дорогая, почему ты не спишь? Ты мерзавец, Хану. Ампаро, что стряслось? Что стряслось? Приходила твоя любовница, Ампаро. Ты нашел мою тезку нарочно. Ампаро, послушай. Ты негодяй и извращенец. Ты спятила? Не смей ломать телефон. Теперь он не будет сам набирать. Ну, точно. Испортила. Я ее убью. Клянусь, что я ее убью. Оригинал или копию? Заткнись, Анхель. Проблемы, папа? Нет, я только что выиграл в лотерею. И хватит пить. Это не просто вести хозяйство, особенно если ты не привыкла. Но я их вымыла. Неправда. Зачем ты все время врешь? Давай поцелуемся. Ты их вымыла? Я про тарелки. Это... особая ночь. Ты о чем? Что ты здесь делаешь? В трейлере расплодились мухи. Ищу, чем их вывести. Посмотри в чулане. В чулане. Идем спать, милый. С тобой все в порядке? Все нормально? Да. Да? Расскажи, что тебе приснилось. Это было ужасно, я не хочу вспоминать. Мало того, что живет бесплатно, она еще и вещи ломает. Починила? Кому ты собираешься звонить иначе? Дракуле? Мама, телефон нужен на случай, если с тобой или со мной что-нибудь случится. Он должен работать. Ладно, починю. Не видишь, уже чиню. Давай быстрей. Иди спать. Глядишь, и желание позвонить цыгану пройдет. Я не собираюсь никому звонить. Если я говорю нет, значит нет. Иди спать. Видишь, починила. Алло. Я тебя разбудила. Альба, ты знаешь, который час? Я проверяю телефон, который разбила твоя бывшая жена. О чем ты говоришь? Как дела? Нормально, пытаюсь отдохнуть. Мне нужен покой, а ты звонишь среди ночи. Не ругайся, я за тебя волнуюсь. Со мной все нормально, давай поговорим завтра. Я позвоню. Обещаешь? Обещаю. Звонят в дверь. Сегодня что, эпидемия бессонницы? Только не у меня. Я спал. Это Хану. Не смог дозвониться и пришел. Подожди. Кто? Хану, мне нужна твоя сестра. Это он. Я кладу трубку. Завтра жду звонка. Целую. Хану, скажи, что эта дамочка бессовестно наврала. Ты же не идиот, чтобы после таких усилий бросить мою сестру. Я хочу поговорить с Ампаро. Она пошла спать в дурном настроении. Если я ее разбужу, вы точно поссоритесь. Лучше позвони завтра. Утро вечера мудренее. Придешь с хорошим подарком, и вы помиритесь. Позови, или я пойду в спальню. Уходи, Хано. Я не желаю тебя видеть. Ампаро, ты поверила этой женщине? Она ненормальная. Придумай что-нибудь поубедительней. Соври, если придется. Не лезь в это, Альба, отстань. Я не понимаю, Хано, что это, болезнь? Ты столько лет меня добивался. Ты заставил меня уйти от мужа, и вдруг эта женщина. Ее зовут так же, как и меня, и она твоя любовница. О чем ты говоришь?
Что происходит? Эта женщина не сумасшедшая, и не похоже, что она все выдумала. Она не выдумала. Да, я с ней был. Но, Ампаро, я пошел на это, потому что искал тебе замену. Я был в отчаянии. Я хотел быть с тобой, но не мог. 15 лет назад она была... Ты не поверишь, но она была невероятно похожа на тебя. Ты была далеко. Ты поступил нехорошо. Может быть. Даже наверняка. Да, я болен. Я потерял голову. Но я потерял ее от любви. От огромной любви к тебе, Ампаро. Потому что я тебя обожаю. Я хочу быть с тобой до конца своих дней. Я твой. Не сомневайся, твой. И больше ничей. И ты это знаешь, Ампаро. В любое удобное время. Я не согласен. Мы и так дали тебе отсрочку. Звони. Теперь этим занимаюсь я. Риверо, это очень просто. Взял в долг? Отдавай. Звони. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Ласара. Ты хорошо спал? Да, спасибо. Отличная новость. Риверо заплатит. Я с ним поговорил, и он понял. Да? Молодец. Я не надеялся вернуть эти деньги. Похоже, Галлина... неплохой учитель, а, Хасеми? Смотри, Ласара. Как бы он тебя не подсидел. Не волнуйся, Хасеми. Мне лучше, я сам этим займусь. Тебе нужен покой, так говорят врачи. Возьми пару выходных, а я тебя подменю. Подсиживать не буду. Чем скорее я выйду на работу, тем скорее поправлюсь. Но все равно спасибо. Кстати, есть новости о Сегундо? Нет, полиция как воды в рот набрала. Нужно приглядывать за Майте. Пусть работает в баре, там всегда люди. Она уже встала? Я не видела. Алло? Да? Да, я звонил. Как дела? Нет, я хотел поговорить об оплате. Хорошо. Мора. Мой чашки получше. Конечно, если не собираешься перемывать, как ночью. О чем ты говоришь? О прошлой ночи. Я не понимаю. Еще один заплатит. Поздравляю. Спасибо. Не дом, а кошмар. Посмотри на печенье. Такое впечатление, будто его сделали в прошлом веке. Дай штучку. Нахать все съешь, если зубы из железа. У нас был нормальный дом. Женщины убирали, готовили. Да. Сейчас все вверх дном. Санчо, умоляю, найди домработницу любую. У меня нет ни рубашек, ни белья, ни носок. Моя жена скоро вернется, она обязательно вернется. Она что, ненормальная, ты же ее убьешь. На этот раз она ушла навсегда, Анхель. Никто не знает, где она. Она меня не бросит. Я тоже в это верил. Верил до вчерашнего дня, но, увы. Так что смирись. Алло, кофе опять остыл. Сходи на кухню, подогрей. Цыганка? Ладно, ладно, спасибо. Хорошо, договорились. Что? Мой приятель из полиции. На пустыре возле станции нашли мертвую цыганку. Она в морге со вчерашнего вечера, ее никто не ищет. Нет, нет, это не моя жена, это не Луз. Луз слишком умна, чтобы дать себя убить. И если бы она погибла, нам бы сообщили. Как, она ушла из дома без вещей, без документов. Сходи с ним, Санчо, надо убедиться, что это не она. Не дадут даже позавтракать. Пошли, Санчо. Пошли! Как только вернешься из морга, Анхель, займись квартирой. Она должна быть готова сегодня. Ты понял? Как они меня достали. Господи, пошли мне хоть немного покоя. Господи, Господи.
Ведьма? Дай еще этих таблеток. Не обзывай меня ведьмой и забудь о таблетках. Они опасная штука, это не игрушка. Ты можешь застрять во сне и не найти дороги обратно, Амадор. Они мне нужны, и не спорь. Посмотри на себя, ты как наркоман. Не злоупотребляй, это правда опасно. Я заплачу вдвойне. Нет. Ты умеешь торговаться, втройне. Ладно. Хотя достать их будет непросто. Давай деньги, я попробую. Не попробуешь. Ты достанешь эти чертовы таблетки. Советую принести сегодня. А не то я приду сам. Черт, всегда одно и то же. Она должна деньги за месяц. Что ты здесь делаешь? Я хочу, чтобы ты объяснил, как ты узнал про тарелки. Помнишь, ты говорил? Что узнал? Про мой сон. Сон? Ты уверена? Здесь была Консепсьон. Ты решил воспользоваться ее услугами? В чем дело, Мора Амая? Тебе приснилось что-то, что не дает покоя? Я не верю в колдовство, но я верю в сны. Откуда ты знаешь, что мне приснилось? Этому нет объяснения. Но я был в твоем сне. Мора Амая. Во сне ты намного нежнее. Ты сведешь меня с ума. Не знаю, как ты это делаешь, но больше не смей. Может, это ты? Ты слишком сильно меня хотела. Нам приснилось одно и то же. Но это ты пришла в мой сон, а не я в твой. Вдруг это судьба? Ты так стараешься меня избегать, что судьба решила вмешаться и нас соединить? Сегодня мы встретимся снова. Оставь меня в покое. Я счастлива с мужем. Ты правда хочешь, чтобы я отстал? Мора, это неплохая мысль. Можно устроить так, чтобы никто не знал. Будем встречаться в каком-нибудь укромном месте. Смотри, что ты сделала. Приятных снов. Как ты можешь верить Марии после всего, что она сделала? Спокойно, Майта, спокойно. Я ей нужен. Она сделает то, что я скажу, чтобы получить то, что она хочет. Она не будет рисковать. Она меня любит. Нужно поговорить с Хосеми или Лосаро. Нужно позвонить в полицию. Где ты встречаешься, Сегунда? Еще не знаю, только ради бога. Никому ни слова. Договорились? Нет. Дорогая, я сам разберусь с Сегунду. Ты не просто разберешься, ты его убьешь. Нине, пожалуйста, не делай этого, умоляю. Уходи, тебе здесь нечего делать, да? Лосаро, я единственный, кто действительно думает о Майте. Что вы сделали, чтобы поймать Сегунду? Ничего. Не строй из себя героя. Убирайся, мы разберемся сами. Нине, уйди, так будет лучше. Больше не смей его пускать. Ты погладила рубашку, как я просил? Куда собралась? Пусти, я не желаю с тобой говорить. Ты не желаешь говорить со мной, зато желаешь говорить с другими. Ты спятила? Ты держала язык за зубами 15 лет. Скромность, вот что меня больше всего в тебе привлекало. Больше не привлекает. Пошли, у нас будет долгий разговор. Вот это место. Сегодня в 3. Я должна пригнать машину и оставить деньги. Отлично. Если Сегунда позвонит, будь с ним мила. Да. И запомни, Мария, если это ловушка, я тебя убью. Это не ловушка. Как ты мог подумать? Что ты ищешь?
Ничего. Не очень удобная подушка. Я вчера с трудом уснула. Мы ее поменяем, купим другую. Посмотри на меня. Что-то не так? Что-то случилось? Неприятности дома? Нет, я сегодня заходила. Там все в порядке. Я заглянула на минутку, но они точно в порядке. Извини. Алло, Бенитес? Да. Да. Почему ты столько выставляешь за сахар? Похоже, твоя мать куда-то собирается. Она в ванной уже час, явно что-то задумала. Я догадываюсь, что. Алло? Изабель, это Мора. Нам надо поговорить. О чем? Мы можем встретиться. Я должна знать, о чем ты собираешься говорить. Об Амадоре. Что случилось? Объясню при встрече. Извини, у меня был тяжелый день, но я все равно хочу побыть с тобой. Давай выпьем. Давай. Пошли. Нет, не волнуйся, это Мора. Она хочет поговорить об Амадоре. Лосаро? Как дела? Нормально, как ты? Хорошо. Привет. Привет. Я слышала, что случилось. Я рада, что ничего серьезного, Лосаро. Скажи матери, что я здесь. Да. Мама? Извини. Что это, Лосаро? Месть? Месть? С какой стати мне мстить? Ты что, пошла на свадьбу с Ханой из мести? Между нами все кончено, и мы не обязаны друг перед другом оправдываться. Привет, Лосаро. Привет. У тебя чудесный одеколон. Я такое не помню. Не ждите меня к обеду. Я буду поздно, если вообще приду. Так что не ждите. Пока, Иса. Пока, мама. Я готова? Тебе позвонит Корнехо. Он скажет, когда назначено первое слушание по делу о разводе. Запиши, чтобы не забыть. Пошли. Пока. У меня есть велосипед, ролики, два фена, миксер, швейная машинка и холодильник. А что у тебя? Время. Вот единственное, что у меня есть. Это точно. На этот раз я не буду платить алименты. Твои бывшие мужья-мерзавцы, севшие тебе на шею. Алименты платят детям, а не мужьям. Поверь мне. Ты шутишь. Честное слово. Амадор. Осторожней. Амадор. Я сейчас, одна нога здесь, другая там. Присядьте. Вальтер его найдет. Хотите что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Вы в порядке? Вот, возьмите. Я не могу, я не умею врать. Простите. В чем дело, Ампаро? Я плохая актриса. Кто это сделал? Прости. Кто это сделал? Какой мерзавец это сделал? Хана Амайя. При чем здесь Хана Амайя? Ты его давно знаешь? Лет 15. Я тебя предала, Амадор. Я тебя обманула. Вложения, кредиты. Это все неправда, обман. Тебе сужал деньги. Хану. Все бумаги, которые ты подписал, тоже в пользу Хану. Ты выставил дом Эредия в обеспечении долга, который нужно скоро покрыть. Прости, Хану меня использовал. Чем это грозит? У него есть план. Он потребует его продать.
Ты не сможешь вернуть долг, и вы потеряете дом. Умоляю, прости. Ты сломала мне жизнь. И просишь простить? Я умоляю. По-моему, ты врешь. Нет, нет. Твои глаза врут. Я не сказала правду тогда, но говорю ей сейчас. Я хочу исправить зло, которое я причинила. Ты поможешь? Да. Сомневаюсь. Поверь мне. Поверь. Не могу. Ты меня больше не увидишь, только позволь тебе помочь. Умоляю. Не отталкивай меня. Что ты задумала? Я сделаю все, что в моих силах. Клянусь. Пожалуйста, откройте. В багажнике человек. Помогите. Что с вами сделали? Господи. Вы в порядке? Да. Друзья решили неудачно подшутить. Черт. Где я? Кто вы? Сколько времени? 2:15. 2:15? Спасибо. Здесь мило, да? Очень мило. Лосаро Эредия. Я тебе задам один вопрос. Иди сюда. Присядь. Присядь, не бойся ты. Что? Отвечай честно. Ты пригласил меня на свидание, чтобы побыть со мной или чтобы позлить Ампару? А ты как думаешь? Не знаю, но боюсь, что скорее второе, чем первое. Я хотел побыть с тобой. Мне хорошо, когда ты рядом. С тобой приятно поболтать. Не говори ерунды. Нам давно не 20. Мы постарели, Лосаро. С тобой правда хорошо. Ты веселая, мне нравится, как ты смеешься. Я что, клоун? Нет, конечно, нет. Иногда я думаю, что если бы мы тогда поженились, я был бы гораздо счастливее. Мне больно это слышать. Почему? Потому что ты говоришь о том, что могло бы быть. Всегда одно и то же. Ты никак не можешь собраться с духом и поговорить о том, что будет. Не о прошлом, а о будущем, или хотя бы о настоящем. В делах ты гений, это точно, а вот в любви, увы. Каждый выбирает то, что он хочет. Ампару, Хану, даже эта девочка Луз. А ты соглашаешься с чужим выбором. С этим пора кончать. Просто зажмурься и сделай первый шаг. Какой шаг? Сделай то, что тебе хочется сделать. Сам выбери свою жизнь. И не бойся, что выбор окажется не самым удачным. Сегодня я выбрал свидание с тобой. Поэтому и позвонил. Молодец. Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Я говорю не только о себе. Подумай. Подумай. Перестань, Анхель. Хватит плакать. Ты чего, из-за Луз? Перестань, ты же мужчина. Посмотри, в кого ты превратился. Смотреть противно. Посмотри на себя в зеркало. Жалкое зрелище. Ты нас позоришь. Алло. Ниньо, ты где? Дома. Собираюсь уходить. Обещай, что не наделаешь глупостей и не тронешь Сегунда. Не бойся, дорогая. Я не собираюсь садиться из-за этого ублюдка. Правда? Ты не врешь? Майта, успокойся. Я позвоню, хорошо? Я постараюсь тебя увидеть. Договорились? Ниньо. Пока. Я тебя люблю. Я тебя тоже. В чем дело, Нини? Ни в чем. Посмотри телевизор, фильм для детей. Может, повеселеешь? Стой, ты куда?
В мастерскую. Мильярес опять привез запчасти. А что? Что? Я твой отец, и я имею право знать. Я что, много прошу? Ущемляю твою свободу? Иди, иди. Я не в настроении выяснять отношения. Ты чего раскис, Ангель? Утри сопли. Ладно, ладно, извини. Это Луз? Та цыганка в морге. Тогда какого черта ты ревешь? Решил меня доконать? Понимаешь? Что? Когда я увидел ту цыганку, вернее, то, что осталось от нее, потому что ее переехал поезд, я подумал, что на ее месте могла бы быть Луз. Почему она не дает о себе знать? Хватит реветь, ты же не младенец. В мире полно женщин. Забудь ты эту дрянь. Нет. Что нет? Не будь идиотом. Даже Мария лучше твоей драгоценной Луз. Она ненормальная, но она вкусно готовит, и она родит тебе сына. А Луз ни за что бы не согласилась. Вытрись и веди себя как мужчина, Ангель. Твое нытье действует мне на нервы. Привет, мне нужен Ниньо. Что ты здесь забыла? Пусти. Убирайся, дрянь. Я должна поговорить с Ниньо. Вон, вон. Исчезни. Сука. Кто это был? Стерва Мария. Что ей нужно? Испортить нам день, что еще? Тебе лучше с ней не ссориться, а то не разрешит видеться с сыном. Ну что, наревелся? Тогда пошли выпьем. У нас не дома психушка. Пошли, пошли. Все в порядке? Да, как ты? Лучше. Куда ходил? Не твое дело, ты не Ампаро. Ты был у нее, да? Май, ты хорошо, что я тебя застала. В чем дело? Ниньо в опасности. Лосаро, сделай что-нибудь. Уходи, Мария, мне не нужны скандалы. Сегунда заманил Ниньо в ловушку, он хочет убить его. Где они? Ты никуда не пойдешь. Пойду. Жди здесь. Мария, если это очередная выдумка... Клянусь жизнью, это правда. Где они? Привет, Ампаро, как дела? Ой, я забыла, что ты злишься и не разговариваешь со мной. Что значит твое свидание с Лосаро? Что за игру ты затеяла? Игра? Никаких игр. Я просто наверстываю упущенное с мужчиной, которого ты у меня украла. Не смотри так. Ты сама выбрала Хану. Вы прекрасная пара. Лучшего мужчины и желать нельзя. Не издевайся. Я с Хану только для того, чтобы сохранить в тайне то, о чем ты молчала столько лет. Это я могу вынести. Но я не потерплю, чтобы ты воспользовалась ситуацией и попыталась отбить у меня мужа. Бывшего мужа и будущего деверя. Осторожнее, Альба. Если я заговорю, тебе конец. Да ради бога. Давай. Расскажи Лосаро, что Изабель его дочь. Сначала у него будет шок, но потом он обрадуется. Нет, он будет счастлив. А я дождусь того, о чем я мечтала все эти годы. Мы вместе, улыбаемся, счастливая семья. Ни за что этому не бывать. Не злись, Ампаро, ты проиграла. Пусть Хану куда-нибудь тебя сводит. И заведи с ним детей, если сможешь. Хотя ты же не можешь. Войди и закрой дверь. Давай, Ангель, я не собираюсь здесь торчать весь день.
Я слушаю. Мы сейчас одни. Ты в порядке? Да, что? Ты какая-то бледная. Ты тоже неважно выглядишь. Похоже, что замужество тебе не на пользу. Наоборот, я очень счастлива. Тогда зачем ты позвонила? Сказать, как тебе хорошо? По-моему, ты упоминала Амадора. И то, и другое. Ты опять сомневаешься? Я не сомневаюсь. Я замужем за Хосеми, и я счастлива с мужем. А Амадор как может старается нам помешать. А при чем здесь я? Помоги, Изабель. Ты ведь его любишь. Чего ты хочешь, Мора? Я хочу, чтобы он любил тебя. Чтобы вы поженились, завели детей. Чтобы ты его забрала раз и навсегда. Он его убьет. Святая Дева, умоляю. Не дай ему убить Сигунда, и пусть Сигунда не убьет Ниньо. Открой, ублюдок! Ты совершил ошибку, Ниньо. Ты считал, что ты лучше меня? Ты ошибался. Открой, трус. Это ты, трус. У тебя была 1000 возможностей увести Майте, но ты боялся. А теперь поздно, дружок. Теперь поздно. Я выиграл, а ты проиграл. Святая Дева, спаси его. Обещаю, что если ты спасешь Ниньо, я от него откажусь. Только умоляю, помоги. Пытайся выбраться, я все продумал. Я сделал в трубах отверстие. Так что сиди тихо, дружок. Одно неловкое движение. Случайная искра. И бум. Ты же не хочешь, чтобы Майта соскребала тебя со стенок?